Годы исследований позволили заключить, что мужской и женский мозг устроены по-разному. Для него я все равно, что резиновая женщина. Боже ты мой, так вот на кого вы похожи, дошло! Уход за собой способствует выработке эндорфина в женском мозге. Скажи мне, куда ты дел мой подарок для бразильского выпрямления? А мне мой хэр нравится, как у бодилка в придурках из Хазарда. Понятия не имею, о чем ты. Это тебя мой выговор смущает. Ты не смотрела «Придурков из Хаззарда»? Режиссер Уитни Каммингс. Область, ответственная за защиту своей территории, у мужчин гораздо больше. Я чудо природы. Ага. Попробуй. Брось в меня что-нибудь, что хочешь. Так, к этому я был не совсем готов. Женщины более склонны замечать недостатки. Ты где это откопал? Я эту рубашку года 3 назад выбросила. Мусор-то я выношу, так что никуда она больше не денется. Разница между нами. Бабы хотят на ринге драться и требуют, чтобы им место уступали. Гендерная роль не зря 20 тысяч лет существует. Не делай так больше. Лишь у нас в голове. О, господи. Ну и как, нравится тебе? Теперь твой парень фокусник. Над отношениями надо работать. Так я должен вторую работу найти. Давай закинемся экстази. Это от него каннибалами становится. Может, музыку включим? А она что, выключена? Уитни Каммингс, София Вергара, Джеймс Марсден, Деон Коул, Люси Панч, Сесили Стронг. Ага, да, отпусти, сам отпусти. Вместе на счет три. Раз, два, три. Ах ты, гад, хрена ты отпустил. Жить проще, когда понимаешь, как устроен твой мозг. Люди — сложное создание, но у нас есть потрясающая способность снова вставать на ноги. Ага. Ты уже раз 10 огакнула. Ага. Женский мозг. Можно тебе сказать кое-что? Валяй. По-моему, ты чудо природы. Ну вот, она вареньем кинула. Варенье никто не ловит, варенье едят. Стопудово. Сразу два перца в пакете. Что нончайки поймал?